Bet Safe - generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ну, по традиции наших болельщиков, наших фанатов, в первую очередь, хочу поздравить с победой. Ну, а по игре что сказать? Ну, Жальгирис сегодня играл. Браво, игроки сегодня показали хороший футбол. Мы ближе к тому, что мы хотим видеть на поле. Поэтому сегодняшний матч нам дал так и тему на размышление, да, что нам, над чем нам надо больше работать. А так скажу, что хороший матч и достаточно хорошие моменты, и забитый гол, и... На протяжении всего матча доминировали, то есть и контроль мяча, и правильность действий. Браво, Жальгирис. Но мы ожидали, мы говорили в раздевалке про это, то, что второй тайм соперник, проигрывая, будет опять строить игру больше на длинных, может быть, мячах, да, где-то начали давать возможности в середине больше борьбы устраивать. Но если в первом тайме мы владели мячом и не давали, да, не подпускали как бы к себе близко соперников, то второй тайм уже... Соперник больше выдвинул игроков, и мы стали поострее где-то на контратаках. А так, в основном, размышления есть, да, и они всегда будут. Мы еще увидим Миличковича на поле, увидим его голы, увидим его в стартовом составе, все это будет. На данный момент сейчас есть связки те, которые более ярко выглядят, поэтому он сейчас временно пока не играет. Но мы его увидим на поле. Со стандарта гол всегда он красив, он результативен, да, но мы за игру подаем очень много угловых. И забивая один, это мало. Это очень мало. Поэтому и здесь есть размышления, и здесь есть над чем работать. И надо больше, может быть, работать над этим. Нужно забивать из игры и со стандартов. Любой гол, он приносит победу. Bet Safe - generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.